Всем привет, с вами Амри, и мы продолжаем прохождение игры Echo. С прошлого раза я сильно развился. Я где-то не записывал серию больше дня. Решил не просто показывать наш геймплей, а поиграть, поразвиваться. И уже после этого делать обзор, как развился сервер, как развились мы, что мы понаделали. Вот в таком плане. Что ж, за это время я отгрохал себе вот такой домино. Купил себе склады пиломатериалов, построил для них пространство, чтобы поставить. Они прям огромные, вмещают в себя много чего. Здесь у нас магазин, кстати. Магазинчик, мы все торгуем. Давайте зайдем в наш домик. Вот это коврики лавовые, это похоже из мода. Мы так разукрасили дом, чуть поулучшали. Бизончиков поставили себе огромных. У нас куча комнат теперь, везде камины. Надо будет потом закинуть в них дровишек, а лучше уголь найти. Вот так вот понаставили всякую всячину в дом. Также еще сделали второй этажик. У нас двухэтажный домик. На втором этаже у нас тоже спальня. Общий зал. Туалет. Шикарный туалет. И кухня. И также я сделал себе две комнатки дополнительных, чтобы расширить все это пространство, потому что уже мебель не вмещается. А мне нужна еще большая прибавка к опыту. А вон там у нас виднеется поле томатов. Я его огородил, землей так понасыпал насыпь такую. Клеймов у меня нету лишних, поэтому я просто сделал такую насыпь. Давайте же посмотрим, что вообще мы смогли сделать за это время. Помимо огромного домика, магазинчика, с которым мы торгуем, давайте Alt-Z. Чтобы включить фоторежим, нужно нажать Alt-Z, чтобы отключить также. Мы, кстати, получили вторую профессию. Фермерство я выбрал. Теперь я фермер. Благодаря этому я могу делать кучу семян. Я под низ себе такое помещение прорыл, специально для фермерского домика. Здесь стол фермера стоит. И можем делать кучу семян из наших ингредиентов. У меня их получилось дофига, поэтому я стал делать поля. Вот, это моя плантация черешни, точнее черники. Надо будет пособирать, побегать. Здесь и здесь. Тут у нас еще бобы. Здесь я сделал плантацию свеклы и кукурузы. Также огородил немножко и дорожками провели. Ну что за мудак мне кукурузу тут оборвал, а? Вот козлы, я старался, делал. А взяли, кто-то мимо проходили и оборвали мою кукурузку. Вот гады. Надо было насыпь дальше здесь огородить все, чтобы никто не видел, глаза не бросалось. Да, лосяра? Народу на сервере сейчас играет где-то 40 человек. Даже чуть больше может. Но я сейчас зашел ночью, так что на сервере всего около 10 человек. Сервак прям мощно развился за эти несколько дней. Только уже третий день сервера, да? И один день я не записывал видео. Я просто решил развиться и записать весь прогресс, который произошел в мире. Сейчас давайте сходим на наше поле риса и камаси. Я вам покажу его. Ко мне мостик подвели. Я решил, почему бы и дорожку не протоптать. Тебе отдельно здесь плацдарм соорудил. Но проще было добраться до нашего поля. Камаси. Здесь у нас камаси. Рис можно было здесь садить. Но я решил, раз у меня риса дофигища, посажу-ка я камаси. Надо будет его весь выкопать. Прямо вот дофигища, реально. Что-то я переборщил. Надеюсь, скоро тракторы вообще появятся. И мы сможем увеличить свои плантации. Так, что я еще не показал? Папоротник. Давайте на поле папоротник сходим. Пшеничку я там себе отметил, полянку. Горы я прям разровнял тут. Здесь раньше вообще неровная местность была. Я себе землю накидал. Вот здесь прям огромный такой... Вот это у нас раньше низина была. Я себе гору прям выкопал отсюда. Сгреб ее, уменьшил, сделал такую насыпь, чтобы здесь нормальные поля были.
К сожалению, мне приходится до сих пор пользоваться тяпочкой. Но, надеюсь, скоро появятся тракторы, и мы сможем ими орудовать. Урожай пока не будут собирать. Как вернемся, соберу, когда все покажу. Вот здесь я себе соорудил поле папоротника. Некоторые почему-то подгнивают. Тут что здесь земля фиговая. Да, тут уже камушки рядом. Так что нет, надо ограничиться лишь вот этим клеймом. Ближе к воде делать наше насаждение. Также все перегородил, все перерыл эту горочку. Там будет ее полностью доломать. Освободить кучу пространства. Ну и здесь, конечно, у нас помидорчики. Мосты прокинул до тыквы. И вот здесь мост до таро прокинул. А здесь какой-то человек присоединился к моему мосту. Правда, я до тыквы не полностью мостик прокинул. Мне не хватило древесины. Точнее, теса. Но ничего страшного. Вот такой мостик у нас недоделанный. Понь-чпоньк. И здесь я себе сделал насыпь специально под тыквочку. В принципе, можно сразу собирать, чтобы потом не возвращались. Давайте пока мы здесь. Вот такое у нас полечко. Надо будет потом расширять его. Но сейчас мы его оберем. Все, у нас инвентарь переполнен. Я даже все поле обобрать не успел, а инвентарь переполнен. Надо свою тележку все-таки брать. Тыква, оказывается, тяжелая штука. Ничего, ничего. Давайте сразу домой забежим. Тележку с собой прихватим. Мы сейчас пойдем на поле таро. Там ананасики еще растут и папайя. Сейчас я вам все это покажу. У меня прирост от еды 30 и 23 от дома. Благодаря этому я смог прокачать собирательство до 6 уровня, а фермерство до 5. О, точнее, наоборот, фермерство до 6, а собирательство до 5, да? Да-да-да. Вот сюда я потом хочу также продолжить помидорчики здесь засадить. Ну, это когда уже трактор появится. Либо можно прям, когда свободное время будет, расширить. В принципе, помидоры, они растут постоянно. Их просто обирать. Да, так мы и сделаем. Так. У нас под землей есть огромный склад. Сейчас бы его показать. Вот так не видно. Тут у нас сундучков куча под землей. И там складики также стоят под магазином. А сверху прям огромный склад из пиломатериалов. У нас сейчас просто сколько там хранится? 1300 черники. Сейчас еще кучу соберем. Кстати, я что-то видел. Точно, пока я не забыл. Я где-то видел на верстаке вот Farmer's Crate. Это что такое? Хранилище и Shipping Crate. Давайте это сделаем. Мне кажется, это что-то полезное. Наподобие какого-нибудь хранилища большого. Но я не уверен в этом. Давайте построим, посмотрим, как оно вообще выглядит. Что нам с этого будет. Вот склад пиломатериалов повыше под ней. Можно вот так зажимать и перетаскивать на необходимое нам место, чтобы постоянно не скроллить вниз. Еда у нас дофигища. И попробуем все это на склад пиломатериалов перекинуть. Чтобы особо не париться. Все равно у нас больше ничего и нету. И ничем не пользуемся другим. Кроме как изготовлением еды. Так что можно просто всю продукцию скидывать сюда. Ну-ка, там скрафтилось. Сейчас глянем. Что это вообще такое? Также я купил железные инструменты, железный серп, железные топоры, лопату, но уже некоторые поломались. Надо будет их отнести продавцу, чтобы он их починил. Что это вообще за ящичек такой? Ну-ка, сейчас глянем. Ага, это типа сундучок, но вмещает себя больше, правильно? Да, просто сундучок, но побольше вмещает. Хорошая вещь, кстати говоря. Надо было вместо сундучков его пихать. Это я не подумал об этом. Ну да ладно. Будем на склад пиломатериала все закидывать. Он сразу ящичками такими пополняется. Все равно у нас места полно. Можно об этом сильно не волноваться. Но потом все равно понадобится что-нибудь специально для еды отдельное. Так как склад пиломатериалов занимает кучу места. Хранить, конечно, в нем можно многое, но это не слишком эффективно по сравнению с сундучками такими фермерскими. А еще
делают плотники из пиломатериалов хорошие сундучки, побольше, чем которые у меня есть. Так что они и поэффективнее будут. Как появятся в продаже, обязательно купим. У нас еще куча этих появилось семян, если я наделал чернички. Можно дополнительные посадить. Давайте сразу, раз мы здесь остановились, соберем весь урожайчик. Некоторые, к сожалению, загублены. Ну, плевать. У нас урожая все равно полно. Так что можно не париться особо. Фигово то, что мне потом снова придется это вручную все перекапывать, чтобы посадить новые семена. Вот это самое обидное. Когда там уже трактор появится, чтобы вручную все это не делать. Ну или хотя бы железные тяпочки надо купить, поискать. Все, поле обобрали. Капец, у нас тут папоротника. Сейчас еще черники, куча будет, офигеть. Чпоньки сразу, такая армада папоротника вылезла. 1200. Ну, почти 1200 папоротника. Неплохо, неплохо. Конечно, пока никто у нас не покупает. Повар, который рядышком был, он уже не заходит. 10 часов. Не сомневаюсь, что он вернется. А другие повара, они в этом квартальчике вообще развелись жестко. Так что до меня им не доехать, чтобы еду покупать. Потом сюда съездим, покажу, как они тут развились. У них тут убойная промышленность пошла. Мановар горным делом занимается и выплавкой. Ну, ребята, короче, здесь очень жестко развились. Уже машины скоро собирать будут, но цесарные верстаки делают. Обработка стекла. Нет, ну кто-то там у них по-любому будет супермехаником. Здесь прям повар крутой. Готовка на костре 7 уровня и обычная готовка 4 уровня. Блин, надо ему еду продавать, но до него долго добираться, прям очень долго. Что он покупает? А покупает он в особо-то небольших количествах. Тысячами бы скупал, я бы ему все возил. Силосная башня. Что это вообще такое? Силосная башня. Это хранилище? Впервые такую вижу. Не знаю, в чем ее прикол. Можно, в принципе, купить. Посмотреть, что она нам даст. Ладно, ладно, я пока отвлекся. Нам надо собирать черничку. Ее тут просто тьма тьмущая. Капец, у меня вон уже черники сколько. Я только эти кусты обобрал. И тут еще все оббирать. Ужас. Нафига я столько посадил? Еще семян у меня больше 100. Капец. Это сколько мне надо высаживать полей тут. Куда стевать семена? Все уже, все забито. Пихать некуда. Капец. Вот это у меня семян. Это у меня чернички. Ну-ка, ну-ка, сколько всего? 2600. Офигеть. Надо цену понижать на чернику. Где мы ее за сколько продаем? 0,05. Давайте продавать за 0,2. Хотя бы, чтобы кто-то покупал. Например, 1000 у нас черники купят. Это 200 монет всего лишь. А что так мало? Давайте хотя бы 0,3. Корзины с солью зато у меня скупают. Ага, мне надо их крафтить. Необходимы досочки. Машина вообще есть у кого-нибудь? А нету? Тяпочки продаются в Гарзап магазине. Там лопату можно купить, тяпочки и стальные железные инструменты. Чугунная плита есть. В принципе, тоже можно купить, чтобы увеличить прирост опыта от кухни. Пиломатериалы пока никто не продает. Дефицит небольшой, но ребят там уже из пиломатериалов и кирпича себе дома делают. А теперь продолжаем собирать черничку. Все, всю черничку собрали. У нас тут еще куча всего накопилось. Теперь время за бобами. И бобы собрали. Что ж, свекла и кукуруза, настало ваше время. Места уже не хватает. Все забито просто. Капец. У нас весь склад пиломатериалов будет забит чистой едой.
Да он уже забит, ужас. Зачем я столько черники посадил? 3000 черники. 3, мать его, 1000. Да уж. Все-таки надо эти делать фермерские сундучки расставлять. Вот этот складик тогда убрать можно отсюда. А на его месте поставить гору вот таких ящичков. Да уж, капец. Ну реально жестко. Эти семена хотя бы сюда скинем. Все, чернику мы садить больше точно не будем. Ее прям чересчур много. Что-то заделался фермером. А поваров, сколько вообще поваров-то? Выпечка один, в готовке двое. Это Педилич и Руслан. А Руслан где живет? 9 минут назад был. Проживает здесь. Это где? Это где вообще находится место? А, ну это капец как далеко. Демон Ейтер. Собиратель. Но он фермер, значит, будет. Так что покупать они у меня не будут. А рядом со мной фермеров нет больше. Точнее, этих поваров. Где вообще я живу-то? Вот здесь я живу. Надеюсь, что Аспиратус вернется. Но что-то я уже в этом сомневаюсь. Повара, повара, повара. Поваров дохренища. Но прокачанных не так уж и много. А чтобы они еще и жили рядом со мной, становится все меньше. Ну ладно, надеюсь, ребята потом придут и начнут у меня все скупать. Уф, все. Всю свеклу и кукурузу собрали. Прям поляна чистая сразу такая стала. Ничего не растет. Запихать уже некуда. Все, у нас забит склад пиломатериалов полностью почти. Ужас, ужас. Сейчас еще помидоры собирать, тыкву собирать. Идите и колотите. Ну тогда по сундукам будем распихивать. Стоп, давайте сначала помидоры соберем, они же ближе. Точно, точно, точно. Разжечь помидорчикам. Огромная куча помидоров. И буйвол тут стоит. Помидоры, помидоры, помидоры. Все, помидорки собрали. И помидорок у нас дохренище просто. Офигеть. Куда я столько понасадил, а? Вот серьезно, зачем? Не понимаю. Ну, раз посадили, что? Деваться некуда. Давайте сразу побольше вот таких ящиков поставим крафтиться. 25 я поставил? Не-не-не. Стоп, стоп. Я передумал. Не 25. А это такой shipping crate. Shipping crate? Ну-ка, давай попробуем shipping crate скрафтить. Animal taut. Интересно, что это такое. То есть пока крафтится, вернемся, посмотрим. Сейчас нам нужно собрать камаси. Надо перестать жрать одно мясо, а то у меня баланс падает. Уже всего лишь 29 прирост к опыту. Когда у меня следующий навык появится? Через 21 час. Ага, ну считайте, и сутки почти. Камаси, все. Камаси надо выкапывать. Тоже думаю, дофигища будет. Посадил на свою голову, блин, плантацию такую. Да, кролик? В небе сидит такой. На лопате моей. А скоро тракторы в продаже появятся. Давайте спросим. А то мне срочно нужен трактор. Потому что я затолпался. Так выкапывать. Сейчас лопата сломается. Надо еще бежать чинить ее. Все, сломал лопату. Камаси сколько? Штук 400 почти выкопали. Еще выкопать 2,5 раза больше. Куда там продавать? Покупают. Ну, покупают не так уж много. Я могу бегать, конечно, продавать все, что у меня есть. Но, блин, это далеко бежать, чтобы все это продать. Почему ко мне никто не ездит? Понимаю, дорог ко мне нет нормальных. Но все равно. Вот, кстати, скрафтили удочки непонятненькие. Вот большой сундук. Ну-ка, ну-ка. О, вот это, вот, да, да, ништяк вещь. Ну-ка, это кормушка для животных, похоже, да. Кормушка для животных, а это огромный сундук. Вот сюда будем складировать еду. Так надо было раньше делать.
Черничка пойдет в сундучок. Вот таких надо понаделать побольше. Shipping crate. Тук 9 сделаем. Можем нормально хоть еду хранить. Что-то раньше я об этом, к сожалению, не знал. Как бы давно этим занимался. Точнее, не занимался этим. А использовал такие сундучки. Ну, это мой первый опыт с такими модами. Раньше я играл только на классической, в ванильке. Ничего-ничего, потихоньку мы все изучим, все узнаем. Опыт в фермерстве тоже у нас будет. Было бы, конечно, гораздо веселее, если бы я играл лесорубом, либо там горняком, плавильщиком. Чем-то в таком духе, чтобы можно было постоянно что-нибудь придумывать, копаться, строить. Материалы были бы постоянно под рукой. А так, делай свои поля просто. Выкапывай их каждый день. И засеивай новые. Не очень-то веселое занятие, честно говоря. Но я попробую продержаться сколько-то времени. Если от меня будет толк, то хорошо. Если нет, то что-нибудь придумаем. Как-нибудь разовьемся. По идее, чем дальше прогресс идет, еды необходимо все больше и больше. Также в блюдах требуется больше ингредиентов. Следовательно, объемы поставок увеличиваются. По идее, без работы не должен остаться. Хотя у меня есть конкуренты. Это самое плохое, то что у меня есть много конкурентов. И мои поля фермерские особо-то никому уже не нужны. Потому что все повара в других местах обитают. Ничего-ничего, что-нибудь придумаем с этим. Вот появятся нормальные дороги, нормальные машины. И можно будет самому даже ездить, продавать. Купали бы они их тоннами. Они там, они по штучек 200-300. То я бы бегал, продавал. А так, мне просто лень бежать через сколько-то метров, 600-700, чтобы тут добежать и продать. Потом обратно топать. Если буду по пути, конечно, бежать, то заскочу и продам. Капец, они тяжелые. Понечко-понечко, не сундучки перетаскиваю. Они все под моим клеймом. Хорошо. Можно будет весь хавчик сюда перекинуть. Ну, как-нибудь потом. Пока место есть. Так что лишним точно не будет. О! Пишут то, что завтра наделают трактора. Просим про цену. Нам нужно же знать, сколько денег накопить. А то без денег останемся, что-нибудь купим такое. А потом бац. Тракторы в продаже, а денег у нас нет. Что делать? По текущим ценам 1,6 с полным обвесом. Сколько у меня сейчас денег? 1800. Ну... Тогда хватит. 1600. Ну, в принципе, нормально. Сойдет. Тем более с полным обвесом. Можно будет поля все расширять. А не копаться этой тяпочкой дурацкой. Семян ананаса накрафтить и продать. Ну, я поле там небольшое выращиваю. Потом покажу. Все, камаси мы все собрали. Все, здесь все поля собрали. Черничку собрали. Помидоры собрали. Кукурузу с... Со свеклой тоже. Камаси есть. Осталось только закинуть все это. Все, мы все сделали. Здесь все собрали. Берем нашу тележечку. Блин, мост доделать надо. Давайте мост доделаем точно. Там немножко осталось бревнышек закинуть. Вот, сейчас она бревно с собой. 15 штучек возьмем. Надеюсь, хватит, чтобы доделать мостик. Как раз соберем тыкву. И так уж и быть, дойдем до Таро. С горем пополам. Так уж и быть, дойдем. Чуть-чуть не хватило. Блин. Совсем чуть-чуть не хватило бревн. Бревнышек. Твою же. Ладно. Как можно это исправить? Землю накидать нет, слишком глубоко. Так уж и быть, сбегаю за еще одной партией тесаных бревен. Здесь у меня вот, кстати, ямочка такая. Изначально я сделал здесь домик фермер. Точнее, изначально я вообще на крыше его сделал. Потом решил перенести сюда, поближе к земле.
Но подумал, то, что у меня склады там находятся, все сундучки здесь, лучше я здесь выкопаю. Таким образом, у меня куча ям появилась. Так, что я хотел сделать? А, тесаное бревно, точно. Мостик наконец-то доделали. Потом сюда трамплинчик проведем, чтобы трактор мог доезжать. И тройной мостик надо будет делать хотя бы. Сначала тележку опустим вниз. Понь-понь. Чтобы туда скидать тыквочку и отвезти домой. И вот тыкву всю собрали. Уже перегруз. А, мы не всю собрали, просто перегруз. Ну-ка, ну-ка, сейчас место освободим. Вот теперь точно всю собрали. Эти еще не доросли. Потом расширим нашу фермочку. Сделаем ее гораздо больше. Построим трамплинчик, чтобы мог трактор заезжать. Все, он будет вспахивать, все сеять сам. А мы будем только наслаждаться. И давайте, думаю, сразу поедем к нашему корню таро, к ананасикам, к папайи. Место, в принципе, тачки есть. Так что труда это нам не составит. Кстати, тут какой-то баг, то что животные не двигаются. В чем-то здесь проблема с сервером. Не могут ее решить. Но выглядит это как-то очень странно. Хорошо, что хотя бы птички летают. Я уже час играю, хотел просто показать, все кратко рассказать. А в итоге целый час потратил и даже еще не дошел до корня таро. Здесь я также мостик прокинул. Крабики по нему ходят, передвигаются. Что-то они застряли, да. Они также стоят на месте. Все рыбы даже стоят на месте. Можно просто брать в руки и есть. Здесь он себе купальню что ли сделал? Ну-ка, прикольно так. Поньк, такой подмостик. Купаться, чтобы залазить потом было удобно. Ну, интересненько, интересненько. Да, все равно будет расширять дорожку. Хотя бы до 3 квадратиков. Чтоб трактор наш проехал. Здравствуй, дядя аллигатор, дядя Гена. Охраняешь мой садик. О, доехали. Здесь у нас папайка растет. Здесь корень таро чуть-чуть посадили. Сколько было. И огромное поле ананасиков. То есть сначала таро выкопаем. Чтобы он глаза-то не мусолило. Все, таро избавились. Теперь дело за ананасиками. Ягуар тут охраняет. Вот это у меня охранники тут. Дикие звери. Правильно защищайте мое добро, чтобы никто не украл. Все, с ананасиками тоже покончили. Хорошо, что они постоянно растут. Это самое ништячное. Потом сюда прокопаем поле. О, еще ананасики. До сюда, да, докопаем. Будут у нас чисто ананасики тут расти. А для таро найдем еще где-нибудь место. А здесь засадим папайю до конца. Хотя бы до этого места. Папайки, идите ко мне. О, мне еду покупают. А, нет, это не у меня. Козлы. Овощебаза. Да, это не у меня покупают. Черт, а. Ну, там меня далеко им ехать, поэтому меня не покупают. Ладно, надеюсь, когда-нибудь доедут до меня. Дороги появятся. Тогда мосты, машины могут нормально хоть передвигаться. Так, ну все, обобрали. Что у нас там? Ну, в принципе, не так уж много набрал ананасиков, кстати говоря. Маловато. Очень маловато ананасиков. Надо будет расширять нашу плантацию ананасовую. Что ж, возвращаемся домой. Фуф, наконец-то весь урожай собрали. Еще надо делать поле под подсолнечник. Потом поле под хлопок я хотел делать. Поле под грибы. Да уж, делов просто завались. Надо хотя бы поля подготовить. Точнее, очертить их, засаживать можно пока не... Засадку можно пока не делать, конечно.
но просто сделать подготовительные работы. Вот так выглядит наш дом издалека. Ну ничего такой. Конечно, первый тир всего лишь обычные тесанные бревна. Надеюсь, скоро у нас кирпичи появятся. Точнее, кирпичи уже есть в продаже. Но денег у меня на них не хватит. Да тем более постоянно ездить туда. Это занимает очень много времени. Ура, мы приехали. И разгружаемся. У нас еще куча ящиков таких. Только куда их пихать-то? Места-то нету. Блин, что-то я как-то переборщил. Да, в принципе, их на одну клеточку сюда подвинуть. И вместятся. Да, так и сделаем. А друг на друга, интересно, можно ставить? Похоже, что нет, да? Жаль. 6 складиков здесь поставили. И попробуем сверху их соорудить дополнительные. Ну-ка, ну-ка. Где там тесанные бревна? Получится ли такое провернуть? Сейчас глянем. Во! Во, нормальная тема. Двойной складик. Даже тройной можно потом сверху запиндюрить. Точно, почему бы нет? Раз можем себе такое позволить, почему бы не сделать? Правильно, правильно. Ну, дома пока хватит. Сколько мы их тут пропиндюрили? Точек 10? Да, 10 ящиков. Но, думаю, на все фрукты нам хватит. К сожалению, я раньше такого не замечал. А то бы давно бы так сделал и не парился. Обычные сундучки надо будет тогда оттуда убрать, чтобы они не мешали. И нашей логистике. Вот и все. Теперь для каждого овоща свой отдельный чиппинг-гейт. Даешь каждому овощу свой сундучок. А сейчас мы сходим в наше подземелье. И уничтожим все лишние сундучки. Здесь у нас, кстати, еще пару складиков стоит. Можно было эти ящики сувать под землю. Но да ладно, отсюда все тогда убираем. Ага, здесь всякий хлам копится. Хорошо. Хлам так хлам. Лишнее просто отсюда убираем. И надо создать шиппинг-гейт чисто под семена. Чтобы у нас семена в разных не хоронились. А чисто под один. Вот здесь хорошее место. Свободное. И семена будем здесь хранить. Так, у меня всю чернику скупили. 3000 черники. Ни хрена себе, у меня всю чернику купили. Все-таки им нужна черника. Вот и хорошо. За сколько я... Ну, я дешево продавал ее за 0,3, да? Да, я за 0,3 продавал, все остальные за 0,5 продают. Папайи все у меня скупили. Точнее, камаси. Ну, не все, 300 штук всего лишь. У него что... Похоже, забит полностью складик. Тележечка его забилась. Вот и хорошо. Остался один инвентарь для хлама. Надо как-нибудь тоже от него избавиться. 14 сундучков у нас. Тогда давайте сделаем два сундучка для хлама. Так уж и быть, оставим два сундучка. Инструментики надо сбегать, продать. То мне их починили. У нас 4000 монеток. Да, неплохо мы так разбогатели. Все-таки я решил увеличить плантации черники. Прибыль вроде как приносит. Так что можно немножко их дополнительно их засеять. Но для начала сбегаем за инструментами. Продадим сломанные. И купим целые. Может, еще что-нибудь прикупим. Ведь у нас в кармане 4000 монеток. У кого-то машина уже, нифига. Жесть. Что-то он ее прям закинул. Этот. Скорее всего, он в подвале что-то рыл, машину там оставил. Потом бац, она баганулась и улетела в это, в небо. Поэтому оказалась наверху. Забавненько. Так, а кто там машины продает? Мне машина тоже нужна. Или уже никто не продает? Они чисто для себя сделали, похоже, машины. Сначала себя обеспечат. Кто-то забросил игру, и его домик разобрали. Ну-ка, ну-ка. Нет, он просто не достроил дом. Вот на что. Подвальчик какой-то вырыл. Туннельчик собирался. Ну, прикольненько.
собирался рыть туннель, но ему надоело, и он ушел. Вот мы и подходим к самому развитому району. Вот здесь у ребят куча склонов из пилорамы, домик из пиломатериалов и разные цветные стекла. Это благодаря модам, скорее всего, да? Да. Ага, здесь у них слесарный верстак, заводик они здесь все заварганили. Ну прикольненько, прикольненько. Ой, везде вертушечки, чем мельницы, чтобы давать энергию. Прикольненько, прикольненько развились. Так, а где инструменты? Вот здесь. Ух ты, это что такое? Магазин такой. О, прикольно. Все машины распродали. Нет машин больше, к сожалению. Доменная печь в продажах. Но это не для нас. Мы это не используем. Продают продвинутое улучшение третьего уровня. В принципе, оно мне ни к чему. Я же фермер. Так, инструменты как раз здесь и были. Стоп, а где они теперь? Инструменты продают косу, топор. Где-то рядышком. А, вот. Сломанная коса где-то у меня. Топор сломанный. Главное целое, чтобы он не забрал у меня. Ух, сломанный, хорошо. Одна коса. И железная лопатка. Целое что-нибудь есть у него? Коса-то мне не нужна. Мне бы тяпочку. Где еще можно купить? У Гарзаба. А где он находится? 900 метров. У него 60 тысяч? Баланс 60 тысяч. Серьезно? Богатый чувак. Но у него железные инструменты можно закупить. Долго бежать, муторно. Здесь еще можно купить. Каминчики. Такой утварь. Понятненько. Ну, считай, рядом с тележкой живет. Токугава. Токугава. А почему здесь отметочка глобальная? Может, кто поставил? Бикип Хэт. Это что такое? А, это поди... Какого? Домик для пчел. Интересно. Надо будет, короче, сбегать. Инструменты здесь купить. Лопату именно. Чугунные плиты уже больше не продается. Закончились. К сожалению. Это что за контейнер? Вау. Ни хрена себе у них. Вот это прогресс. Жестко. И машина, и экскаватор. Офигеть. Ни разу на экскаваторе не пробовал кататься. На машине вот такой паровой, да? А экскаватор вообще впервые вижу. Не доходил до такого уровня. Не, ну жестко, жестко ребята развились быстренько. Постоянно. Но загрязнение, капец, они тут засрали всю природу. И вода красная, грязная. Мост тебе отфигарили. Ну-ка. Там домик с пиломатериалов и кирпича. Меня больше волнует, что это за здание. Ну-ка. О, прикольно. Круто чувак сделал. О, заморочился, молодец. Надо что-то подобное сделать. Классно вышло. Но у меня нет свободных материалов в таком количестве, чтобы так делать. Это, скорее всего, какой-нибудь каменщик. Поэтому у него была куча... Ай! Да, куча камня у него было. Он тебе подвалик себе такой сварганил. И крутой домик. Он еще партняжеством занимается. Не, ну молодец, чувак, прям. Клад пиломатериалов. Капец, он тут разрыл шахту. Жесть. Вот это мощно, конечно, он дал. Пора отсюда вылазить. Как он тут слоев поснимал. Целый подземный город соорудил себе. Все, вылазим, а то сейчас провалимся. Ну-ка, здесь что у тебя? А, ну просто квартирка. Прикольненький комодик. Впервые вижу. И оно как-то бедно обставлено, но дизайн красивый. Балкончик такой, крыша крутая. Классно сделано. Это магазинчик. Ну-ка, чем он торгует?
Ничем и не торгует. Просто магазин. Так, у меня опять все скупили. Ну-ка. Да, он купил у меня всю камаси, все тыквы. Чуть компенинчиков и всю свеклу. Да, неплохо, неплохо. Теперь у меня 5000 монет. Так, мне нужна машина, ребят. Кто продает машины? Пока никто не продает, как я смотрю. А жаль. Здесь он тоже прикольно себе сделали. Такая рабочая фабрика. Водяные колеса понаставили. Все крутится, все вертится. Так, здесь магазинчик. Пилорама. Так, так, ну-ка, магазин. Где магазинчик? Магазин там, это повар. Ага, это повар. Нет, ну повар мне не нужен. Что-то я хотел интересненькое купить. Но что-то уже не нахожу. Это интересненькое, где оно продается. Повар, охотник. Так, это не то. Но здесь, по-моему, что-то продавали интересненькое. Я уже не помню, где именно. Ну, ладно. Пойдем покупать инструментики, необходимые нам. А по пути будем смотреть, что-нибудь интересное, может, найдем. Ребята вон себе ветряные мельницы поставили. Башенку соорудили и припендюрили мельницы. Забавно смотрится. Но они, по идее, сейчас так и работают. Раньше их было можно в любое место заколотить, и они давали энергию. А сейчас необходима им вышка. Вроде как. Но я смотрю, тут уже у многих есть машины. Это я один с тележкой фигарюсь. Тут, ребята, уже машины. Только мы их толкать даже можем. Ох, вот это мы сильные. Давай. Разбега можно все протаранить. Ну-ка, магазинчик фермерский. Бла-бла-бла. Только мануал экстрактор. Ну-ка, что-то для выплавки. Ну, мне это не интересно. Железные бруски. В принципе, их можно использовать для починки. И не бегать каждый раз покупать новые инструменты. Правильно? Для починки же не используются. Насколько я помню. Вроде да. Ну, давайте купим. Штук 10. И их все равно у нас полно. Как раз проверим работоспособность. Ребят, тут дороги уже качественные. Надо бы где-нибудь закупиться дорогами. Себе также проделать. Денег до хренища все равно. Можно направо-налево тратить. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, как здесь ребята развились. Тоже все понастроили. Ну-ка, магазин «Вкусная корзинка». Добро пожаловать. Ага, еда. А это что такое, страница про разделку животных? Интересно, она у меня изучена? Сейчас глянем. Да, разделка животных у меня есть. Так что не нужна мне данная страничка. А у вас что имеется? Ничего интересненького. Ладно, побежали дальше. Снова у меня все скупили. Побеги папоротника и всю... Все побеги папоротника и помидорки скупили. Сколько у него вообще денег-то? Что он так тратит? 16 тысяч. Ага, 16 тысяч у него. Ну, понятно. Мы добежали до Токугавы. Автотес там. Хорошо. Таро у меня все скупил. Прям он все у меня выкупает. Давай, все покупай. Рис тоже скупай. А рис там бобы и кукуруза. Самое большое, помимо риса. А что мы сюда прибежали-то? Стоп, серьезно, а зачем я сюда прибежал? А, вот сюда я хотел сбегать. Точно, точно, точно. Это просто был ориентир такой гала. Вон туда я хотел прибежать. У ребят здесь мосты, дороги качественные. Во, ребята, неплохо район создали, качественный такой. Металл нужны, лопата и коса. Кирпич, цветные под заказ. Цветные кирпичи. Не, ну круто сделали. Такой торговый квартальчик. Машинки тут у ребят. А, это кирпич цветной, беленький. Ну круто выглядит беленький кирпич. Прям полный дом из кирпича. Ну-ка, ну-ка, под землей нету? Нету.
Понятно. Я думал, еще под землей что-нибудь там соорудили. Нет. Или под воду нельзя, не помню уже. Пещера у них тоже огромная. Капец, они тут все прокопали. Охренеть, вот это да, вот это у них плантация. Выкопали все досконально. Трубу сюда провели. Заливают все, что нужно, и выливают отходы. Нормально так. Живут ребята. Так, ну-ка давайте глянем, что вообще продается у них. Каменные статуэтки. Это нам не надо. Цемент. Ох ты, цемент. Цемент уже делают. Металл. Цемент это вроде уже третий тир. Да, быстро они добились этого. Железные тяпочки все скупаем. Молоточки, нам все это нужно. Кирки, все, в принципе, инструменты можно купить у них. Железный брусок. У нас 10 есть. Плита. Вот плита, да. Все, купили. А все остальные молотки, косы, все покупаем. И лопаты, самое главное, лопаты. Вообще-то нам не надо. Все, все инструменты у них выкупили. Отлично. Кирпич. Ну-ка, здесь кирпич продается. Да. Ванна, туалеты. Вау. Точно, точно. Кирпичник же это делает. Вспомнил, вспомнил. Но мне кирпич отсюда не вывести. Где я вообще живу-то? Я прям на другом конце карты живу. Нет, до меня не дойдет. В принципе, если я так могу отсюда сюда вести. Тран-тран-тран-тран. Здесь развернуться. Проехаться. До сюда выехать. Потом по берегу, по берегу, по берегу. И как-нибудь доеду до себя. Но это слишком долго, сложно и муторно. Ну-ка, если вот сюда выехать. Ага, сюда главное попасть, но сюда нет моста. Вот здесь был бы мост, было бы классно. Вот так бы соединялся. И здесь бы я уже по берегу сюда выехал и к себе вернулся с кирпичами. Было бы долго, но были бы кирпичи. Ну да ладно, не судьба. Где там наш домик? Мебель, подсолнечник. Нет, не то. Где у нас домик? Домик, домик, домик. Ближайший. Вон, туда бежать. 1000 метров. Далековато. Ну, побежали. Сейчас добегу. Попробуем покопать лопаточкой. Чисто попробовать. И можно этом заканчивать. Завтра, когда уже появятся тракторы, я начну делать новые поля. Точнее, их расширять. В огромных масштабах. То сейчас у меня глубокая ночь. Почти 4 часа утра. Так что, думаю, лучше этим сейчас не заниматься, а нарезать серии. Да, тем более мне нужно нарезать серии. О, выдра такая тут плавает. Привет, выдрочка. Такая отдыхает, валяет. Она живая? Нет, мертвая. Непонятно. Ну, вроде жилая, просто отдыхает. Все, наконец-то мы добрались до дома. Сейчас разгружаемся. Все лишнее убираем. Перекидываем куда можно. Инструментов у нас дофига. И нужен для них отдельный сундучок. Я так думаю, да. В принципе, сундучки вот есть. Давайте все покидаем туда. Деревянные сразу убираем. Берем железные. Молотки я купил? Да, железный купил. Все, молодец. И кирку купил. Нет, кирку не купил. Почему? Странно, я думал, кирку тоже купил. Ну да ладно. А, нет, кирку купил. Я просто забыл то, что они у меня еще в инвентаре до сих пор остались. И вот, теперь у меня полностью все железные инструменты. Сейчас глянем на тяпочку. Протяпаем тут. Ну, тяпочкой удобнее вроде как. Как бы и лопатой. Чпоньк. Быстренько все собрали. Дальше вспахали. В принципе, здесь плантацию дальше расширять можно. Нашу черничку выращивать. Но пока ладно, остановимся.
И я купил плиту. Так что давайте засунем плиточку. Зажечь бы еще все эти жаровни. Тут темно как-то. И они не дают бонусы, и поэтому... Ну, ладно. Плиту поставили, бонус прибавился. Что-то я не заметил. 23,5. Так и осталось. Закончилось топливо и не хватает площади. Ага. И требуется средний уровень помещения выше. Понятно, значит нужен кирпич. Кирпич, кирпич, кирпич. Либо стекло, какой-нибудь материал второго тира. Пиломатериал, что-то в этом духе. Во, залезли на крышу. И все можем теперь осмотреть. Здесь всю эту горочку снести надо будет потом. Расширить наши плантации, здесь все перегородить, переделать. Мосты расширить. Здесь заново все перепахать. Полечко это. Расширить и засадить свеклой кукурузкой. А вот здесь дополнительную черничку с бобами припиндюрить. Вот эти деревья я срубить не могу. Я что-то долго пытался одно дерево срубить. Так ничего и не вышло. Я просто его обкопал и забил. Что ж, ладно, пока думаю, на этом хватит. Надо остановиться. А то и так буду играть и играть до беспамятства. Вот мой домик. Его. Пока на этом останавливаемся. Такая у нас жизнь фермера настала богатая. Ну что ж, на этом все. Пока что. А в дальнейшем смотрите в следующих сериях. А с вами был Амри. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.